Привет, с вами Аликина Вит, и сегодня мы снимаем видео. Ты играешь в меня, это курица играет в меня, вы все играете в меня, когда я вам пишу привет. Ладно, и вы все не подписаны на меня, потом, когда видео пройдет, я вас всех здесь прикокаю, ясно? Надо. А мы будем начинать делать наш лайфхак. Возьму этот педрук. Лайфхак из тех... Сказочный долбоёб. Я случайно, извините. Он просто лагает. Лайфхак из тех... Откуда у меня это только? Лайфхак из ТикТока. Так болит горло, я не могу кричать. Ой. Надо пофиг на это. А мы будем строить. Половину видео я не буду говорить. Сейчас такое начнется. Потому что не могу. Надо пока. А я все сделал. Вот почему не могу говорить. Радуюсь. Сейчас мы будем делать лайфхаки. Этот лайфхак нам дает пушку из курочек. Это просто надо на угол нажимать осторожней, чтобы никуда не ударить курочек и чтобы никто не разлетелся. Сейчас у меня более-менее уже курочки идут. Я думаю, ой, нет! Да, это жестко. Ну, красиво получилось вот. Красота дает жертву. Или не дает. Какая разница? Так, дальше нажимаем. Но это не точно. Все, я сделал. Это моя ограниченная. Наверное, вы сможете больше. Но я не смог. И че? Надо посмотреть, что за... Что потом мой лайфхак... Офигеть, все курочки в одном. Я делал другой лайфхак, получился другой лайфхак. Такой я сделал. Офигеть! Просто красиво. На этих я должен посмотреть на лайфхак. Офигенно! Как красиво выглядит. Не на что вы думаете. Во, хорошо, я жалко, что я не включил звук. А там были такие тк-тк-тк-тк, звуки такие. Ну, типа такое. Надо. На этом мы заканчиваем видео. Лайк, подписка на мой канал. Надо. И всем пока-пока, тусь мои мермеладские. Сидите, пердите. Я тоже здесь сижу, пердю. За вас жду, пока вы посмотрите видео и лайкните, и подпишитесь. Внизу там есть подписка с красным цветом. И сделайте ее обязательно. Тыкните, сейчас такое я сделал. Тыкните в нее. И синий лайк поставьте, чтобы он был синим. И подписка, конечно же, если хочешь побольше видео, чтобы было не одним лайфхаком. Надо, не пердите, здесь не ждите. Смотрите другое видео, новенькие. А если нету новеньких, смотрите старые. А если посмотрели старые, значит, повтор старых. Или просто посмотреть других блогеров, как похожих на меня. Но это не точно. Ну ладно, не пердите, здесь советую посмотреть. Да, это жестко. И Владуса, Мармеладуса, и эти, надо, эти, да. И Владус, всем пока-пока. Подписчики, надеюсь, я смогу вот здесь тыкать на два видео. Один из них мой, один мой.